Божьем храме удивляться не приходится. Улыбнулась мне с иконы Богородица. Я гляжу во все глаза, и мне не верится, а она мне улыбается и светится. И сияние ко мне волнами катится. Нету силы обернуться или попятиться. Слышу голос, что под куполом расходится. «Подойди ко мне», — сказала Богородица. Подошел, и расцвела икона древняя, а вокруг развилось ангельское пение. Но ведь грешен я, душа неблагодатная. А она мне говорит: «Тебя обрадую. Ты не бойся, покаяние, прощение. У меня с собою Божье разрешение». «Что молчишь?» — спросила. «Иль с собой не справился? Ты вошел сюда и очень мне понравился».